Посвітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Место сустречи – партизанская крынічка. У Гомелі ушанавалі память бойцов отряда «Большевик». Безпека без межаў. Аутоинспекторы Гомеля и Бранска провели суместную отпрацовку у приграничных дорог. До нового навучального года засталося 2 тыдні. Усе гомельские школы отримали пашпарты готовности. А зараз об гэтым іншым больш подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил керавництво урада. Отповедное кадровое решение огучил керавник державы, передае Белта. Премьер-министром Беларуси назначены Сергей Румас, який до гэтага часу узначальвал банк развития. Першим наместником премьер-министра стал Александр Турчин, до гэтага часу керавник аппарату Совета министров. Наместником премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, ён узначальвал концерн Белнафтахим. Наместником прэм'ер-міністра таксама назначаны Уладзімір Кухараў, які раней працаваў на пасадзе намесніка старшыні КДК. Ён будзе курыраваць пытанні будаўніцтва, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і транспарту. Акрамя таго, намеснікам прэм'ер-міністра назначаны Ігар Петрышенка, які да гэтага з'яўляўся паслом Беларусі ў Расіі. Ён будзе адказваць за сацыяльную сферу, ахову здароўя, адукацыю, культуру, спорт. Таксама новыя кіраўнікі цяпер у міністэрстваў эканомікі, прамысловасці, архітэктуры і будаўніцтва, сувязі і інфарматызацыі і дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта. Сёння ў абласным цэнтры ўшанавалі памяць удзельнікаў партызанскага атрада «Бальшавік», які дзейнічаў у гады Вялікай Айчыннай вайны ў ваколіцах Гомеля. У гонар 77-й гадавіны яго стварэння ля мемарыяльнага комплексу «Партызанская крынічка» прайшоў мітынг-рэквіем. Памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны ўшанавалі прадстаўнікі органаў улады, ветэранскіх і маладзёжных арганізацый. Прагучалі ўспаміны аб ваенным часе і подзвігах. Прысутныя ўсклалі вянкі і кветкі да мемарыяла. Звяршыўся мітынг-рэквіем хвілінай маўчання. Мы прыехалі аддаць дань уважэння тым людзям, каторыя вот в этой стаянкі защищалі чэсць і незавісімасць нашай родзіны. Это атряд «Бальшавік». Состаяў полнасцю із абкомаўскіх, гаркомаўскіх, райкомаўскіх работнікаў. Ну, а показали они себе, вот как мы донесли в Москву судоплату. Отряд боевой, нормально выполняет все те задачи, которые надо выполнять в данный момент. Громить і пабежаць ворага. Працягнулася сустрэча ў музеі ваеннай славы. Тут сабраліся разам фронтавікі, былыя партызаны і падпольшчыкі. Арганізатары ўзгадалі гісторыю партызанскага атрада «Бальшавік». Ён быў створаны ў жніўні 41-га падчас абарончых баёў за Гомель. Першапачаткова ў яго састаў уваходзіла 50 чалавек. У кастрычніку 43-га атрад быў ператвораны ў брыгаду з той жа назвай. Байцы «Бальшавіка» праводзілі дыверсіі на чыгунцы і аўтамагістралях, паралізавалі рух судоў працэс СОЖ. Разам з часцямі Чырвонай арміі партызаны ўдзельнічалі ў аперацыі «Багратіён». Аўтаінспектары Гомеля і Бранска правялі сумесную адпрацоўку ў прыгранічных дарог. Аператыўна-прафілактычнае мерапрыемства «Бяспека без межаў» доўжылася 8 гадзін. Супрацоўнікі ўправлення ДАІ Гомельскай вобласці сумесна з расійскімі калегамі патрулявалі 2 прыгранічныя трасы – М-10, якая ідзе ад мяжы Расіі да Кобрына праз Гомель, і М-13 – Бранск на Вазыбкаў мяжа з Беларусю. Дарожна-патрульная служба правярала транспартныя сродкі на незаконны перавоз матэрыяльных каштоўнасцяў, напрыклад, металаў або безакцызнай таварнай прадукцыі. Да іх таксама далучыліся супрацоўнікі пагранічнай службы. У аварыйна-небяспечных месцах трасы выставілі нарады ДПС і кантралявалі хуткасць мабільнымі датчыкамі. Цель этих рейдов, конечно, в первую очередь, в области обеспечения безопасности дорожного, это пресечение дорожно-транспортных происшествий, при которых могут пострадать либо погибнуть люди. Это в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, это отработка того контингента водителей, которые могут перевозить незаконно продукцию с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, пресечение краж транспорта, скота, ну и всей возможной промышленной продукции.
цели, конечно, первоочередные, они стоят везде, и у нас, и у сотрудников милиции Беларуси, тем, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на территории сопредельных государств. Обмениваемся информацией, какими-то инновационными подходами. Нам очень интересны разработки со стороны Российской Федерации. Они, конечно же, прислушиваются к методике работы у нас, в нашей стране. Ну, довольно плодотворно мы здесь работаем, не только именно по выявлению нарушителей, но и по другим направлениям служебной деятельности. Представники керавництва аутоинспекции двух областей приехали на нейтральную территорию помеж державами, каб принять громадян и выслухать их пожаданні по поляпшенні работы службаў. Пытанні от якости аутодорог до нововведенняў и нюансов законодавства. Такие суместные мероприемствы аутоинспекции двух краин з'являються традиционными и проходят несколько разов на год. Тему подрыхтоўкі ўстаноў адукацыі Гомеля да новага навучальнага года і работы ў асенне-зімовы перыяд абмеркавалі на пасяджэнні гарвыканкама. Пашпарты гатоўнасці атрымалі 100% ўстаноў. У асобных школах працягваюцца работы па навядзенні парадку. Яны будуць завершаны не пазней, як 28 жніўня. Сёлета на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы школ, гімназій і дзіцячых садоў было накіравана звыш 4 мільёнаў рублёў. Дапамогу аказвалі і спонсары. Яны выделили больше як 300 тысяч рублей. Некоторые предприемства, до речи, проводили ремонтные и будовничие работы. Практически все учреждения образования и школы, и дошкольные учреждения хотелось бы отметить с лучшей стороны в подготовке к новому учебному году. В этом году мы выполняем ремонт, капитальный ремонт кровли в 11-й школе, которая более 80 лет. Сегодня мы работаем над укреплением несущих конструкций 19-й школы. Сегодня мы сделали практически в 50 учреждениях образования ремонты пищеблоков, что также очень значимо нашей ситуации. У новым навучальным годзе у Гомелі за парты сядуць больш як 50 тысяч школьнікаў. Сёлета ў 104-м мікрараёне Гомеля пабудуюць новы дзіцячы сад. Ён будзе разлічаны на 190 месцаў. Праектна-каштарысная дакументацыя ўжо распрацавана. Пачынаюцца будаўнічыя работы. Аднак пакуль установа не будзе здадзена ў эксплуатацыю, стаць на ўліку яе немагчыма. Таксама ў хуткім часе плануецца завершыць рэканструкцыю будынка дзіцячага сада па вуліцы Міжнароднай на 75 месцаў. Усяго ў вобласці працуюць 664 дошкольные установы. Их наведывают свыше 62 тысяч детей. Проблемы предоставления места для выхования дошколят у регионе зараз не існуе. Іншая справа, не во всех выпадках дитячий садок находится у кроковой доступности. Для выйти из ситуации сёлета до початку навучального года створены додатковые места у дошкольных установах. Для групп выкарыстаны свободные помешканні, першие классы перевели на базы школ, а покои задзейнічалі для малых. Таким чином атрымалось организовать больше як 500 новых месцев, 300 из них у областным центре. Для больше зручного подъезда до дитячих садов, размещенных у отдаленности от места проживания, створены батьковские маршруты. Подвоз ожидается бесплатно. Действующим законодательством Республики Беларусь никакое неочередное предоставление мест в учреждениях дошкольного образования не предоставляется. Ребенок, вне зависимости, где зарегистрирован, либо где он проживает, имеет право стать на учет любое учреждение дошкольное образование не только Гомельской области и города Гомеля, но также республики. То есть вот у нас возникает проблема в Новобелецком районе, когда жители Гомельского района становятся на учет детские сады микрорайона Новобелицы. Но это по законодательству они имеют полное право посещать эти учреждения. Акрамя таго, у районах города разглядаются варианты будаўніцтва дзіцячых садков на первых поверхах жилых домов. Добрачынный марафон «Усе фарбы життя для тебе» протягивает помогать детям, яким потребуется дорогое лечение. На этот раз волонтеры БРСМ при поддержке артистов белорусской эстрады собирают сродки для Тимура Мишенки-Сажлобина. У 5-годового хлопчика дитячий церебральный паралич. Дитяти потребуется дорогая реабилитация у Сочи, якую батькам не по силах оплатить. Да помогут им зорки белорусской эстрады, сирот яких Вольга Сатюк, Дмитрий Королёв, группы «Бай-Сити»,
«Провокация. Мята». Доброчинный концерт пройдет 23 жнивня у Палацы культуры «Металлурга» у Жлобине. Все сродки от его проведения будут перелечены на доброчинный рахунок. Цель – это наша привлечь внимание к этому ребенку. Он уже прошел две стадии реабилитации, ему осталось последняя. И эти две дали достаточно серьезный результат. И мы надеемся, что третья, которую он планирует в 2019 году, поможет ему выздороветь. На самом деле для третьей стадии реабилитации необходимо всего лишь $6,500. Все мы знаем, что это относительно небольшая сумма. Просто для примера, в те годы мы собирали деньги для детей, которым надо было по $80,000, по 100. Здесь всего лишь 6,5. До речи, перелечить сродки на лечение хлопчика может любой желающий у любой час. Реквизиты вы зараз бачите на своих экранах. До інших тем. Гомель Аблпасажиртранс развивает интернет-сервисы для пассажиров. Так на сайте предприятия появился онлайн-расклад руху громадского транспорта. Ресурс обеспеченный интерактивной картой. Коли поведомить ему свое местонахождение, он подкажет ближайшие припынки и час прибытия до их транспорта. Пассажиры в режиме реального часу могут сочить за тем, где находится необходимый им сродок перемещения. Сервис уличивает и дорожные умовы, и запланированный час руху. А кроме того, можно доведаться, сколько одинок транспорта обслуживают линию. У перспективе будет вырешена задача прокладания оптимального маршрута с уликом усяго громадского транспорта с пункта А у пункт Б. У 17 районах Гомельской области дейнічае заборона на наведывание лясов. На этих территориях установлены высокий класс пожарной небезопасности. Менш напруженная обстановка покуль у лясах Наравлянского, Житковицкого, Петриковского и Речицкого районов. Для попереджения пожаров супрацовники лясгасов проводят штодзённые рейды. За липень, початок жнивня, за порушение правил пожарной безопасности у области складено 18 протоколов. У таких выпадках предугледжены штраф до 25 базовых величинь. Купальный сезон, напевно, пора заканчивать. На пляже Гомеля по-ранейшему дзейнічаюць обмежаванні на купанне. По информации городского центра гигиены и эпидемиологии, не знято обмежаванне купанне детей на Волотаўскім пляже. Припынено выкарыстанне водоемов на Роповском, Заходнем, Любинском, Центральном, Новобелецким и Прутковским пляжах, а так само Каскад-1 и Каскад-2. Завтра у Ветковском районе пройдет свято неглюбского ткацтва «Кросинцы». Его гостей чекає насыщенная программа, накированная на популяризацию народных ремёстваў и декоративно-прикладной творчести. У рамках подрыхтовки до фестивалю неглюбцы открыли летнюю школу ткацтва, якую на гэтым тыдні наведал наш корреспондент Олег Сенцеров. Вёска Неглюбка относно молодая, у письмовых крыніцах у першыню яна узгадывается только с 18-го стагодия. Падение, дзядзячы на такие невеликие по гістарычных мерках час, дякуючи своим культурным особливостям, она поспела стать ведомой далеко за межами Ветковского района. На этом тыдні интерес до неглюбки особливо значны. У неделю тут пройдет фестиваль ткацтва «Кросинцы», а покуль у вёсцы працуе летняя школа ткацтва. Причем популяризации только этого виду декоративно-прокладной творчести вырашили не обмежовываться. Кожную раницу аматоры из Минска, Гомеля и Бреста починают с так званой голосовой гимнастики. По сутности, это подрыхтовка до вывучения неглюбских обрадовых песню, якія мають свои особливости для их выконания. Необходимо обовязково брать высокие ноты. Бадай, головная славутость неглюбки – ручники. Ранее их вырабляли литерально в кожной хате. У 70-х годах минулого стагодия у вёсцы навод открыли филиал Гомельской фабрики мастерских вырабов, який специализовался на вытворчасці самобытных ручников. Правда, у середине 80-х предприемства ликвидовали. Теперь традиции передаются у основном про занятки у мясцовом доме ткацтва. Насыщенные, богатые такие вот крупные размеры. Оно часто вот сравнивают с украинскими, но на Украине вышивка, но она такая дробненькая, а у нас вот такие большие рисунки красивые получаются. Не знаю, нигде такого нету.
Майстри кажуть, що навчитися основам ткацтва не вельми складано. 4 дні, поки буде працювати літня школа, для цього повинна хапіть. Але тільки виробом ручників тут вирішили не обмежовуватися. Неглібську культуру у школі вивчають у комплексі, у зв'язку з чим у програмі так само створення лялек-оберегів, плетіння на пальцях і народно-побутові танці. Серед запланованих заняток у літній школі ткацтва – вироб гарлячок. Це таке шийне упригожування, менавіта неглібського строю. Нічого подобного у інших місцях жанчини не носили. У гэтым годзе свята неглібскага ткацтва кросінцы пройдзе ў 4-й раз. Галоўная мэта фестывалю – захаванне і папулярызацыя народных рамёстваў і дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Прычым гэта будзе сапраўды агульнае свята. Ручнікі на выставе прадставіць не толькі майстры цэнтра ткацтва, але і многія мясцовыя жыхары. Аграгарадок Неглібка – унікальнае месца, з культурай якога неабходна знаёміцца абавязкова. Гэта вось край, ён знакаміты культурай сваёй, такой адметнай, каларыстычнай, сваімі строямі, ручнікамі, посцілкамі. Таму, канешне, сюды цікава вельмі прыехаць, паглядзець, навучыцца. Алекс Цінцюроў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель, Веткаўскі раён. Гамельчан запрашаюць адсвяткаваць яблычны спас пад адкрытым небам. Урачыстасці пройдуць заўтра на транспартным кальцы Рэчыцкага праспекта каля скульптур гіганцкіх яблыкаў. У праграме боская літургія, асвячэнне пладоў новага ўраджаю і канцэрт. Таксама будуць арганізаваныя выставы і выязны гандаль. Пачатак о 10:00 раніцы. Сёння ўвечары каўчэг з часціцай мошчаў святой Вялікапакутніцы Параскевы Пятніцы даставяць у Гомель. Святыня прыбудзе з Італіі ў Свята-Петрапаўлаўскі кафедральны сабор. У праваслаўных хрысціян святая Параскева спрадвеку карысталася асаблівай любоўю. Яна лічыцца лекаркай душэўных і цялесных хвароб, захавальніцай сямейнага дабрабыту. Ёй прысвячалі храмы і капліцы, лічылі яе заступніцай палёў і хатняй жывёлы. У дзень яе памяці людзі прыносілі ў храм гародніну для свячэння. На базе спецыялізаванага ліцэя пры Універсітэце грамадзянскай абароны МНС завяршыўся Кубак Рэспублікі Беларусь па пажарна-выратавальным спорце. У спаборніцтве прынялі ўдзел каля 100 супрацоўнікаў ведамства з усіх абласных цэнтраў і сталіцы. Наш корэспандэнт Ганна Каральчук сачыла за фіналам. Кубак Рэспублікі Беларусь па пажарна-выратавальным спорце – гэта заключны этап спаборніцкага сезону Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. 3 дні і 4 віды конкурсных выпрабаванняў. Пераадолення 100-метровай паласы з перашкодамі і падхватам спартыўных рукавоў. Уздым на 4-й паверх вучэбнай вежы з дапамогай штурмавой лесвіцы. Дваяборье і самае відовішчнае – баявое разгортванне. Калі спартсмены з дапамогай мотапомпы забіраюць ваду з бака і заліваюць мішэні на адлегласці 95 метраў. От слаженности каждого спортсмена зависит общий результат. Мы все видели, что за 23 секунды необходимо продемонстрировать настолько навыки, слаженность подготовки во всех элементах, которые присутствуют в боевой работе, да, что это моделирующая ситуация, можно сказать, пожара, который мы не хотели бы видеть в реальности, но мы к ней готовы. Что хочу сказать про пожарно-спасательный спорт, то мы 80 лет, ему в прошлом году исполнилось. И это, естественно, непосредственная работа спасателя пожарного. У Кубку прымалі ўдзел 8 каманд, па 10 лепшых супрацоўнікаў ад абласных управленняў і горада Мінска, а таксама Універсітэта грамадзянскай абароны МНС. Паза конкурсам таксама выступілі мужчынская і жаночая зборная Беларусі па пажарна-выратавальным спорце. Для іх гэта стала своеасаблівай трэніроўкай перад чэмпіянатам свету, які пройдзе ў верасні ў Славакіі. Дарэчы, як мужчынская, так і жаночая зборная нашай краіны ўжо займалі першае месца на гэтым прэстыжным міжнародным спаборніцтве. Состав каманды – это 10 человек, 10 девушек с разных уголков нашей республики сплочаются воедино, становятся одной командой, несмотря на то, что на республиканских стартах мы выступаем каждый сам за себя и за свое управление, то есть нас объединяет общая цель, когда мы выступаем за сборную. Девушки ничем не хуже мужчин, мы ничем не отличаемся, мы можем побороться в таких же видах, как и они. Падчас урачыстай цырымоніі закрыцця ўзнагароды атрымалі не толькі ўдзельнікі спаборніцтва. На мерапрыемства запрасілі ветэранаў, якім уручылі памятныя нагрудныя знакі і медалі. Акрамя таго, аднаму з удзельнікаў, Даніілу Ламейка, было прысвоена званне майстра пажарна-выртавальнага спорту. Па выніках каманднага заліку бронзу на Кубкі Рэспублікі атрымала каманда Віцебскай вобласці, срэбра – каманда Мінскага абласнога ўправлення МНС, залатыя медалі і першая прыступка п'едэсталу ў спартсменаў з Гродна. Зборная Беларусь одна з сильней в мире. И отрадно отметить, что у нас предоставлена такая возможность, которой нет ни у одной из стран,
закрепить свой результат и трижды стать чемпионами мира подряд. Это прекрасно, что такая возможность есть. И я верю в то, что наши ребята совершат этот достаточно такой серьезный шаг. По результатам мы видим, что сборная готова к этому. Ганна Каральчук, Василь Осіпцов, телерадіокомпанія «Гомель». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Удалых вам выхадных дзён і да новых сустрэч у эфіры.